Корреспонденты «Арктик ТВ» – всегда желанные гости на кинологических соревнованиях сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые всю неделю идут на специальном полигоне близ 17-й колонии. Какие дисциплины обязаны сдать четвероногие и их хозяева? Подробности прямо сейчас. Голосовой сигнал пса означает найденный имитатор запрещенного вещества. Поиск спрятанных наркотиков – одна из важных и сложных дисциплин соревнований по многоборью со служебными собаками. С поставленной задачей справляются многие четвероногие, а вот обнаружить учебную мину может только Аутай, который специально натаскан на взрывчатку. Курсы по обучению длились 3 месяца в Иркутске, и теперь верный друг кинолога Тришина помогает полицейским в проведении антитеррористических операций. Перед, вернее, проведением больших мероприятий, праздников 1 мая, например, 9 мая, соответственно, каких-то мероприятий, касающихся выпускных экзаменов, также присутствовали, осматривали учебные заведения, а именно школы, классы, территории, прилегающих к школам, чтобы не было никаких эксцессов. В профессиональных состязаниях участвуют делегаты от всех учреждений пенитенциарной системы Мурманской области. В СИЗО тюрьмы и колонии поселения охраняют собаки разных мастей. Есть даже кокер с ПНЛ. Последнее время к службе все чаще стали привлекать, по примеру Европы, бельгийских овчарок. Но все равно пока в приоритете проверенная временем и незаменимая в розыскной работе немецкая овчарка. Не говорю, что другие породы не способны работать. Ну, в принципе, для нашей службы нужны собаки и направление деятельности у них все-таки охранная защита. И даже наркорозыскные собаки должны являться и все-таки уметь физически противодействовать нарушителям все-таки. Сумел воспитать собаку, воспитаешь ребенка. По такому принципу работают кинологи. Ведь добиться идеальных результатов от хвостатых можно только с помощью любви. Будущего грозного охранника хозяин получает еще щенком. Поэтому результаты взрослого пса зависят от должного обращения и бесконечных тренировок. То есть есть определенные методики, как мы можем научить собак, поставить определенные приемы, все. Но если не будет любви, если не будет в душе рвения чего-то достигнуть, каких-то определенных результатов, быть лучшим из лучших, у него ничего не получится. То есть, соответственно, не бить собаку, не наказывать. Собака очень хорошо все понимает. Взаимодействие с кинологом, если очень хорошее, то есть вплоть до того, что собака понимает по взгляду кинолога. То есть говорить даже ничего ей не надо. Помимо поиска наркотиков, взрывчатки и спрятанного преступника, с собакам предстоит еще преодоление полосы препятствий и поиск следа. Лучших кинологов и их четвероногих помощников определят в пятницу. Им же выпадет честь представлять Мурманскую область на первенстве ФСИН, которое состоится осенью в Челябинске.